Привет, друзья. Ну вот, супруг привез у меня клубнику. Сейчас нужно ее перерабатывать. Компоты в этом году делать не буду, так как у меня это не едят. Вот, а заморозить и перетереть с сахаром, вот это я, наверное, скорее всего, сделаю. Ну, в общем, вот такая клубничка. Вроде как сказали, что это не импортная, то есть уже местная. Вкусное, конечно. Сейчас что-нибудь оставить на поесть и будем уже, ну, в общем, как бы готовиться к зиме потихонечку. А то сейчас пару дней, и она отойдет. Пока там своя клубника вырастет, и будет ли она. Ну, в общем, приступаем. В общем, разобрала я всю клубнику. Здесь я порезала кусочками. Это сейчас перемелю блендером. Добавлю сахар по вкусу. И вот уже подготовила контейнеры. Подготовила контейнеры. Сейчас все это дело перебелю и уберу в контейнер и морозилочку. В общем, всегда люблю делать так. Здесь будет у нас перетерто, а здесь будет порезано кусочками. Так вы кушаете как бы такое перемолотое, да, пюре. А это здесь добавление кусочками будет очень вкусно. Это я оставила покушать. Вот сейчас уберу. Вот здесь немножко я подготовила. Это сейчас обсохнет. Положу в лоточек. И так заморожу. Прям вот маленькие, они маленькие кусочки такие. А вот эту часть, она мне сейчас стечет и обсохнет. Вот, я ее хочу порезать тонкими ломтиками и сделать, ну, посушить в сушилке, то есть такими полосочками. А потом просто зимой добавлять чай. Это очень вкусно. Вот, уверяю, если вы попробуете, хотя бы немножко сделайте на пробу, будет очень вкусно. Ну, вот, в общем, процесс еще в действии. Перекрутила я пюре, и сейчас я добавляю наши порезанные кусочки клубники сюда. Вот так вот я все пересыпала, и сейчас сюда добавляю сахар по вкусу. То есть, если не любите сладкое, можно не добавлять, прям так заморозить. А я сделаю, добавлю немножко, чтобы она вот чуть-чуть была. Все-таки сахар консервант, ну, чтобы не пропало. Вот так это получилось. Вот посмотрите, тут такое, как бы, пюре и вот с такими кусочками. Так вкуснее будет кушать. Я делаю это всегда. Все, и теперь разливаем по контейнерам. Сахар я растворила, то есть перемешав. Сахара здесь нету. Я имею в виду в крупинках. Все, и теперь перекладываем в контейнеры. Ну, в общем, как-то вот так получилось. Два вот таких контейнера. Один вот такой вот небольшой. Чуть побольше. Ну, это как раз вот на большую семью. Блинчиков испечь, как раз вот то, что нужно. Ну, и маленькая. Это мы, наверное, быстро съедим. Ну вот как-то так. Итак, я заморозила вот эту клубничку. Я буду использовать ее в приготовлении торта. Или, может быть, просто добавлю десерт. Также разморожу. В пирог добавить или компотик сварить. Ну, в общем, как-то вот так. Здесь в одну слой подложечка. А здесь у меня получилось два слоя. То есть верхняя часть и нижняя будет. Ну, то есть в зависимости, сколько мне нужно будет клубнички. Сейчас я это убираю в морозилочку. Ну вот. Как-то так. И оставшуюся клубничку я буду сушить в сушилке. Вот так выкладываю, нарезаю кусочками. Сейчас у меня так она немножко постоит, обсохнет. И я включу на 55 градусов, ну, часов на 6. Можно на самом деле в духовке это подсушить. Чай будет очень вкусно. Если пару долек вы добавите в чай, это будет просто волшебно. Ну, клубничка еще будет своя, поэтому пока готовлю вот так, как оно есть. Ну, друзья, я порезала все поддончики. У меня получилось 5 штук. Сейчас я их поставлю на сушилку. Я говорила, что я сушу на для чая. Сейчас я установлю режим. И уже результат покажу уже в следующем виде. Потому что будет сушиться очень долго. Вот. У меня осталось вот такое. Такая тарелочка еще клубники. Завтра приготовлю компот и испеку пирог. И с вами поделюсь. Вот. Ну вот на этом заканчиваю свое видео. Всем, друзья, пока-пока. Кто не подписался еще, подписывайтесь. Будет еще очень много-много интересного.